фамилию. Приедешь сюда? Да? Молодец. Приезжай. What's your mood? Happy. Happy. Well, are you ready for long flight? Yes. Yeah. Good. Ну вы знаете, куда вы летите? Do you know where I'm heading to? No. 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 Вы летите домой? You fly back home. To the U.S. To the U.S. Okay. Да, конечно. Okay. Так что все будет нормально. Everything will be fine. До свидания. Сколько бы ждали этой встречи? Спасибо большое. И со мной до этого общались, когда сняли, потому что... Ну, потому что я с ним не говорил, чтобы... Да, да, до этого держали, конечно... А ты ночью началась с гостиницы или где? Последний. Нет, прямо забрали из камеры. Из камеры? Со всеми вещами отправили. А потом? Потом 7 часов до Манчестера и 7 часов от Манчестера. Ну, в Манчестере где-то там час ждали, пока заправят, пока там. Ну, вы когда поняли, что вы возвращаетесь домой? Когда они нас забрали? Ну, ситуация странная. И делали. Я старался каждый год делать анализы крови. И смотреть, чтобы у меня там все было как бы нормально, там не зашкаливало. Вот, ничего, конечно. Условия досрочного освобождения. Ну, только в первый день мы ее посадили в самом начале. Условия такие драконовые. Это, конечно, нюансы очень важные, Алексеевич. Мамулечка, привет. Конечно, сейчас только дозаправятся, все встретили, хорошо, мам, все не переживает, все нормально. Я тебя очень люблю. Давай, дай мне Аллу. Не переживай, все нормально, расскажу при встрече. Все нормально. Все нормально. Да, видимо так. Ну, слава Богу, что так. Все, давай, давай, все, ладно.